Доброе утро. Пошли, давай. Пускайся. Что-то она не особо хочет. Она не тогда на спа погуляла. У нас 9:30. Мы что-то так долго спали сегодня. Мы каждое утро делаем прогулку собакой и потом сами гуляем. Ну, ты будешь? Писать как? Нет? Все, просто гуляем. Сейчас Игоря ждем. О, где она? Папа с ней гулял сегодня без поводка. Ну, тут она сейчас будет делать свои процедуры, наверное. Но это не точно. Снег ест. Не надо есть снег. Горячо у нас тут снежок. Немножко снежок. Там, где мы, кстати, спим. Теперь всем привет. Еще раз. Там нет окна в спальне. И там так темно, ребят. Мы дверь закрываем, потому что у нас рестлик ночует. И мы потом утром его в кухню к бабушке относим. Блин, вы не представляете, чего ты там нашла? Не надо. Пошли. Вы не представляете, как там можно долго спать целый день. Вот, и в общем, думаю, что сегодня прям долго. Я думаю, часов 7, а уже 10:00. Я отвела рестлика. Фу, какую-то пластмасску нашла. Заняться. Пошли. Пошли. Пошли туда. Вот. И, в общем, отнесла рестлика там покормить. Вот. Вот Игорь вышел. Потом на улице. Ой, как она к себе бежит. Передвигается на карачках. Нет, иди сюда. Она боится, не доверяет человеку, видно. Иди сюда. Иди сюда. Я тоже боюсь ее. Погладь ее. Мы после прогулочки завтракаем. Сегодня у нас бутерброды с колбаской. Мама такое какое-то не особо вкусное масло всегда. Я прям люблю хлеб с маслом. Так что всем приятно, кто кушает. У нас там Руни сегодня целый день поет песни. Ох. Да, и очки там же. Я сегодня решила поработать вот так. За кроватью. Так вот у меня тут ноутбук. А вчера я лежала на кровати, на животе и руку. На зеркале! Вот, сделала себе макияж сегодня. Хочу сейчас линзы снять, чтобы поработать комфортнее в очках. Вот, и села уже за работу. Игорь тоже сейчас будет работать. Короче, у нас тут офис. Ходила к бабушке, мама мне тут конфетку принесла. Я такую ни разу не видела. Люблю Буяна, но мини ни разу не видела. Так что у меня тут перерывчик. Он сказал. Мы, короче, обедать сели. Мой. У нас мама супчик сготовила, пока мы работали там. Проблема. Смотрите, какой классненький. Говорит, что тут кушает, а мама с папой спят. Мама скоро на работу, а я хочу взять таблетки. Вот. Точно. Так что всем приятного аппетита, кто кушает. Я собралась на улицу. Вот Умка в таком коробе сидит. Он очень высокий. Но она еще пока не выпрыгивает. Да? Сейчас мы идем с ней сначала погулять, а потом в магазин. Мы идем в магазин. Смотрите, в центре какая красивая елочка. Смотрите, как классно. Еще там какие-то фигурочки. Мы туда не пойдем. Вот такая красота. Почему не пойдем? Вот у Игоря просто живот болит. Мы не хотели сюда сильно задерживаться. Но сейчас, наверное, сфоткаемся. Мы пришли уже домой с магазина. Сейчас покупочки вам разберу, покажу. И это. Гуляем сумкой. Сейчас Игорь покажет, как она бегает. Да хватит, ты далеко ушел. Сейчас. Что, звать? Давай. Умка! Умка, иди ко мне! Скорее, скорее, скорее! Скорее, 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 скорее! Прибежала. Ой, ты что кашляешь? Ты что кашляешь, зайка? Ты что кашляешь? Все, стой, поводок дай. Поводок дай. Все. Стой, стой, стой. Попрыгну, у меня такой свет зеленый почему-то. Кстати, чего у нас гирлянды не горят? Все за беспредел. У соседей вон там красиво горят. Да. Умка, пойдем домой? Может, правда, домой? Вроде тянет. Пошли домой. Пошли домой, Умка. Домой. Тянет, да? Хочет домой. Мне нравится, когда она сядет и сидит, и уже не идет. Возле калитки сядет. Так, домой. Домой. Домой, домой. О, как она несется.
Мама наготовила на тут рис. Она очень вкусно готовит рис. Пожарила рыбку и свеклу. Нет, это такое не я. Не, я вообще не буду хлеб. И свеклу отварила. Мама очень любит свеклу. Вот. Ешьте свеклу, понятно? Ага, да. Мама сказала, что все сегодня пошли и купили, и сварили свеклу. Настя, ты вот смотришь это видео, иди за свеклой. Да, так что всем приятного аппетита. А распаковку, вот пакет стоят, я вам потом засниму. А то мы голодные, мама нас ждет. Всем приятно. Ну, кстати, мама. Свеклу есть. Да. Да. И говорю, все, приятно. Папа уже покушал. Ну что, разберем покупки. Кстати, пакеты не скажешь, красивые. Так, значит, здесь вот такое печенье. Солнечное утро, ананас. Это как курабье, только с ананасом. Я ни разу такое не видела. Решили попробовать. Игорь вот этого понравилось. Золотая симфония. Сдобная какая-то. 47 рублей. Так, кексики. Такие вот мягенькие. Взяли. Мы что-то с Игорем стали тут чай пить. Поэтому подъели тут все, что было у родителей. Кефир взяли. Игорь захотел. Молоко. Да? Ну ладно. Молоко для Умки. Бананчики. Не будешь пить молоко? Нет. О, мама, может, мама кашу сварит. Бананчики. Маленькие такие. Кашу рисую. Нет? Хорошо, кашля. Завитки вот такие с маком. Мы, кстати, с Игорем очень понравились. Я сейчас покажу, какие папа купил. Два батона. Так, мам, смотри, новая с апельсином. Не ел такую? Нет, Жень, я и старую не ела. Феликс корм. Костя нам нравится, тут разные. Вот. Кстати, у них здесь в селе Магните очень дешево стоит корм жидкий. Вот. И сейчас вам покажу еще завитки, которые папа купил в Ашане. Они очень вкусные. У кого есть Ашан, покупайте и ешьте такие. Вот. Вот такой вот. Был полный лоток, мы съели. Ушки, да, называются. Очень вкусные. Так что вот такая покупочка, закупочка. Сейчас будем разбирать. Да, снимаю, что мы смотрим мультик. Хочу затемнить. Вот. Мы смотрим «Снеговик-почтовик». И удивляемся, какой тупой снеговик. Еще у нас тут елочка, гирлянда. Стой, да, кстати, спички. Мам, спички дашь? А, вы же не пользуетесь спичками. Ты видео бы сюда кидали? Да. Игорь, да, ты зажгешь? Ты пока желание придумай. Какое-нибудь заветное. Да, все разгорелось. Сейчас. Мы сделали фоточки, сейчас будем уже есть. Че вот это? Можно мне съесть? Или папе? Пап, ты хочешь такую шоколадку? Потом помочь, они целые. Ладно, нам 84 пригодится. Ты хочешь такую вот шоколад белый, нет? Так, а что, убирать он? Он взял уже. Че, убирать это же? Да зачем она тебе? Порежь, она уберется. Не, давайте я ее обрежу. Ложила его так, как дорожку на никотиновую. Ну, хватит. Мы сходили, забрали Реслика. Такой ласковый. Я Игорь, поиграю с ним. Погуляли сумкой, забрали Реслика. Сейчас сами тоже пойдем купаться. Ой, кусачка. Скучно ему там, хочет играться. Кстати, я не помню, говорила или нет, мы сегодня в спальню убрались, тут все. Лишнее все убрали. Пропылесосила, что-то какие-то нитки валяются. Я не помню, снимала, что я убиралась. Короче, мы сегодня тут все убрали. Чистенько, у нас пыли никакой нет. Кстати, включи снеговика. Покажи ребятам, как у нас светит. Давай. Ну, ты же скоро будем стелиться. Раз, два, три. Ой, блин, плохо видно.
Смотрите, какой классный снеговичок. А мы как раз мультик сегодня смотрели. Снеговичок-почтовичок. Классный. Посмотрите, какой бардак у папы на рабочем столе. Жесть. Еле-еле есть свободное место. Так что мы сейчас будем купаться. Чаёчек, да, попить можно? А мы, кстати, еще тортик кушали праздничный. Вот. Ну, короче, вот такой у нас вечерочек. Поймайте нашу атмосферу. А там у нас, кстати, светится елочка. Вот там вот красивая такая. Мы заберем, сходили в душ. Сейчас будем спать. Так что всем спокойной ночи. Всем пока. Буду монтировать вложек. Все, гладишь меня. Всем пока.